Мы сегодня, конечно, получили такое потрясение, честное слово. Приехали, уже приехали лечиться, подлечить сердце, задышка все, с этими сумками, там кругом толпа. Прям милиция разгоняла, чтобы нас пропустить. Я кажу, Господи, та ви хоч пропустіть нас, пожалуйста, щоб ми вже пройшли. Чи даже шумно і так дали на психіку, що ми даже не можемо даже інший раз цей вопрос обговоримо в палаті з цими пацієнтами, які лежать по 5, по 6 у палаті людей. І ми просто здивовані таким оцим поведінкою цією. Ми не задоволені. Я с инсультом попал в феврале месяц. С февраля месяца вот этот цирк все время, каждый день, песни, шум. Честно сказать, я очень возмущен к такому отношению и вот этим циркам, которые здесь находятся. И я, мне кажется, не один такого мнения, чтобы этот бардак завершили. Сколько можно терроризировать вот этим всем, эти плакаты. Это, наверное, тоже милиция. Сколько милиция? Им платить надо. Лучше детский дом или дом престарелых эти деньги отправили, чем вот это вот цирк устраивать здесь. Извините, пожалуйста, я сейчас начинаю волноваться. Все, извините, до свидания.